Работы на тему борьбы с алкоголизмом, курением и абортами стали победителями конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», который прошел в зале Амурского заксобрания. В этом году участие приняли в два раза больше работ, чем в прошлом. На региональном этапе конкурса наградили победителей в 5 номинациях: наружная реклама, полиграфия, видеоролик, короткометражный фильм и анимированный флеш-баннер. Из 70 участников большинство работ любительские, но в специальной номинации, учрежденной художником Александром Тихомировым, победила группа SDS Art Studio Олега Семенца. Победители в других номинациях получили ценные призы, грамоты и возможность отослать свою работу на всероссийский этап конкурса.